лето, но уже совсем скоро 1 сентября. Но есть и хорошая сторона. Можно встретиться со всеми друзьями. Давайте узнаем, 1 сентября это праздник или нет? 1 сентября мы пойдем в школу. Праздник для тебя или это не праздник? Праздник. 1 сентября это большой праздник. Как ты готовишься к 1 сентября? Собираю портфель, готовлю форму. Все началось очень замечательно. Отличные были педагоги. Был день знаний, как всегда. И было солнечно. Ну, и здорово, правильно. 1 сентября – это только радость на душе. Потому что идешь, встречаешься с друзьями, со своими школьными. И ждешь, не дождешься этого дня. А праздник это или не праздник для вас? Безусловно, праздник, посвящение в студенты, радостное событие, студенчество. Да, праздник. С высоты своих лет могу сказать, что у меня было только одно 1 сентября в университете. И это, знаете, это как Новый год. Я считаю, нужно этот день провести замечательно. Пусть для кого-то это и не праздник. Праздник. Но нужно устроить для себя праздник, чтобы было хорошее настроение, потому что именно как проведешь этот день, зависит, как проведешь весь следующий год. И обязательно нужно с радостью встречать этот день, несмотря на то, что не хочется, может быть, на учебу, и лета было мало, но все равно нужно себя заставить и с улыбкой вступить в учебный год. Для первого класса, безусловно, праздник, подальше уже будет вам маленечко похуже, но все же. Расскажи, 1 сентября для тебя праздник или не праздник? Что? 1 сентября для тебя праздник или не праздник? Праздник. А почему для тебя праздник? Потому что дети идут в школу. Мы приехали с Эстонии, живем в Эстонии. Обязательно дети у нас получают подарки. И у нас мэрия поощряет, дает какие-то, ну, скажем, небольшие подарки, сюрпризы, рюкзаки. Так что у нас очень красиво проходит 1 сентября. У нас даже пособие дают первоклашкам. Так что надеемся, что у вас также будет проходить 1 сентября. Интересно. Теледетки к новому учебному году готовы! Опрос общественного мнения провела Ульянова Снежана.